Всем привет, народ! Вы находитесь на канале Игоря Шведа. И сегодня тот самый день, когда произойдет буквально через несколько часов долгожданный бой с Мурадом, которого я ждал больше полтора месяца. Этот бой откладывался с 15 число на следующее 15, а потом с 15 на 21, поэтому никому ничего не говорил, конкретности не было, не могли договориться там в сумме гонорара и так далее. По итогу обо всем договорились. Буквально через 2 часа состоится бой, и сейчас вы меня видите в том виде, в котором я до боя. Вот, кстати, синяк, это у меня еще до боя с тренировок. Я полностью заряжен и готов ехать и расшибать кабину. Насколько это получится, у меня не знаю. Победит тот, кто лучше тренировался и более подготовленный к этому бою. Бой состоять будет из 3 раундов по 2 минуты. Полное ММА, колени, локти, никаких 30 секунд в партере и так далее. Поэтому, кто более заряжен, тот и победит в данном бою. Решил для вас записать короткое видео, так как вы мои подписчики и вы должны быть в курсе того, что происходит в моей жизни. Сегодня происходит тот самый день, когда Мурадик просто попадет вот в эти лапы. Я его ждал как Нового года, как в детстве под елку ждут подарочек дети и утром не спят до утра, типа Дед Мороз придет. Вот так же я сегодня не мог полночи уснуть, потому что мой подарочек сейчас придет, и я его просто воткну, Вася. В общем, всем добра, я собираюсь на бой.